Готовы? Давайте на счет три. Раз, два, три. Гол! Друзья, сегодня следим за матчем Батый-Минск. В Беларуси стартовал новый футбольный сезон. Это первая игра. Команды настроены на борьбу. Очень стараются. Играют строго в обороне. Вот, много движений. То есть футбол, я считаю, неплохого уровня. Команды Минск и Батэ встретились на футбольном поле, чтобы разыграть суперкубок. За кого болеете? Каминск. Все в Каминск, Каминск. Минск – клуб молодой, но уже заслужил уважение у знатоков футбола. Это клуб, который имеет уже титул. Это команда, которая в прошлом году выиграла Кубок Белоруссии. Это команда, которая в прошлом году представляла страну в Еврокубках, квалификации Лиги Европы. Опять же, большая школа, самая большая в стране. Игроков любимой команды болельщики обычно называют горожане. Настоящие фанаты умеют не только громко кричать, но, конечно же, носят шарфы символика своей любимой команды. Поэтому я, друзья мои, принаряжаюсь. Но и это еще не все. Фанаты – это вообще мега организованные люди. Они сами все распределяют. Ну, то есть не мы их сюда приводим за ручку, да, они сами себя приводят. Между прочим, на трибунах были замечены не только суровые фанаты. Только Минск, только победа! Это моя команда, я сама играю в этой команде, и я обязана была просто поддержать свою команду. Первая игра показала, игроки обеих команд готовы к сезону на все 100. Оживленная игра, очень активно играют, особенно когда разрыв такой маленький. Ну, конечно, с каждой игрой игра становится более такая разумительная, более совершенная, это понятно. Когда еще выйдут команды уже на натуральные поля, я думаю, еще будут показывать более зрелищно. На этот раз спортивный трофей ушел к противникам, но Минск обещают радовать победами. Планы, конечно, побеждать. Задача, я думаю, минимально попасть в шестерку и выиграть Кубок Беларуси. Все желающие могут посетить домашние матчи клуба. 29 марта в 17:00 состоится матч открытия чемпионата Республики Беларусь. Команда футбольного клуба «Минск» встретится с командой футбольного клуба «Динамо Брест». А 11 апреля горожане сыграют против футбольного клуба «Слуцк». Ну что ж, сезон только начался, поэтому у меня еще есть время потренироваться. А с вами увидимся на следующих матчах.